Всех приветствую, друзья, Toyota Camry. Сегодня будет представлена у автосалона 16 регион. Вся подробная информация в ссылке в описании к видео. Сможете приобрести столь прекрасный, главное, новый автомобиль. 2020 года. 2,5 181 кобыла. Стоимость 2,250. Плюс доп еще на сотку, представляете себе. Соответственно, шумоизоляция колесных арок, полная обработка днища, защита картера, ковры в салон и багажник, установлена защитная сетка радиатора. Prestige Safety 2,250. 181 кобыла. 2,5 движок. В принципе, тот же самый, что и на Рафике стоит, 2,5, 199. Здесь просто дефорсировали 2,5, 181. Скорее всего, просто электронный блок, там мозги завязаны. Ну что, 2,250. В принципе, нормальная, наверное, стоимость. Вот, учитывая, что сейчас автомобилей нет. Самое крутое — это светлый салон, от чего я балдею. Комплект ключей, все есть, абсолютно новенькое. Вот, давайте посмотрим. Чисто в статике сегодня будет представлен этот автомобиль. Как закрыть, тоже здесь сенсор. Так он закрывается, зеркала тоже складываются. Все это привязано к системе безопасности и комфорта. И вот так, соответственно, он открывается. Вау, нет, нет, только не этого, посмотрите. Это чудо какое-то. Вау, о, как ты сел, и чисто визуально как круто. Вау, если я буду брать только светлый салон. Пусть он марки, но столько эмоций дарит. Вау! Ну что, Toyota? Супер надежность, супер ликвидность, да, это ты. Какой космос? Вы посмотрите на анимацию. Что-то невероятное просто. Оу! Погнали, Toyota! Продолжить нажимаем. Еще тема подстраивается, видимо, под этот светлый тон. Ах! Обычный гидротрансформатор стоит вот по карабасу. Вариатора нет. Это уже хорошо для многих. USB AUX, розетка, индукционная беспроводная зарядка. Также должна быть. Начну, наверное, с этого. Подогрев сиденья, 3 ступеньки. Вот. Ну, в классе лидер просто электромеханический стояночный тормоз. Вещевой бокс здесь. Дерево, кожа, все богато, солидно. Ну прям Lexus. Вот по-другому не сказать. Прям Lexus. Предупреждение о пересечении, соответственно, круиз-контроль, радары различные, есть автосвет, датчик света, датчик дождя, переключение с дальнего на ближний, тоже имеется электрообогрев лобового стекла и подогрев руля. Ой, есть здесь все, вот прям думаете ли вы об этом или не думаете, есть все. И аудиосистема GBL, вот здесь пищалки стоят. Все стекла полностью автоматические, в одно касание опускаются, поднимаются, вообще без проблем. Вот менюшка такая, тачскрин экран, приложение, различные настройки, кондиционер отрубаем, наноя, то есть фильтр встроенный, альпийский воздух вам обеспечивает, Fast and Eco есть режим. В общем, есть все. А тогда я вообще не паришься, сидишь в этой тачке и гоняешь. Вот, карта также, вау, все есть абсолютно. Здесь у нас диодная подсветка. Вау, как красиво она смотрится. SOS-система AirGlonass, контейнер для очков. Здесь не диоды, салонное зеркало заднего вида с автозатемнением. Прям балдежный салон, действительно очень балдежный, мне нравится. Классно все продумано. Так, подрубаем нашу аварийку. Рулевая колонка вот так регулируется по высоте и по вылету. К посадке нужно немного привыкнуть. Открываем капот, вещевой бокс. Электрорегулируемые зеркала на стоечку вводятся. Коэффициент аэродинамического сопротивления у этого автомобиля просто невероятный на самом деле. Это позволяет экономить топливо и разгон. Просто мощный, уверенный, солидный. Да, электропривод у нас в данном случае. Все регулируется. Вот видите, верхняя, нижняя часть, поясничный подпор. Кожа очень классная, очень с перфорацией. Такой оттенок интересный. Винкод. Здесь рекомендации по давлению в шинах. На каждом элементе ВИН-код. Давайте с той стороны присядем. Мне безумно нравятся вот эти диски, просто нереальные. 235 на 45 профиле, 18. Вау, вот вживую они так смотрятся. Такое ощущение, что ты экранизацию какую-то сейчас присутствуешь при экранизации супер культового боевика какого-то. Здесь у нас тоже все на диодах, линзы стоят, там вазель фар, передние датчики парковки, диодные туманки, понятное дело, проволочные дебюсировки. Все нужно в пленочку аккуратно, не пленку закатать, будет здорово. Да, упоры есть дуловые, да, изменяемые фазы. Газораспределение, очень грамотный впуск, выпуск, алюминиевый мотор, головка, блок, соответственно, чугунный антидиск, скорее всего, 350-400, а то и больше, а отходит без проблем.
70 ампер-часов, хотя на RAV4 60 ампер-часов, интересно, с тем же самым. Вот бенза, приставка везде, корот для воздушного агрегатора. Все четко, стабильно работает в этом автомобиле. Супер надежность, как и будет, не сказать. Сейчас вам продемонстрирую подвеску, а именно переднюю часть. Решения были позаимствованы с Формулы 1. Такие элементы, они направлены на аэродинамику. Вроде бы как вот элемент маленький, небольшой, а все это направлено на улучшение аэродинамики. Также Smart Key Access System система. И в данном случае у нас имеется бардачок. Такой очень вместительный, но, к сожалению, не обит тканью. Руководство для пользователя, такие же механические регулировки. Ну, все солидно. Ну вот, допустим, здесь, вот смотрите, прогибается весь потолок, как такие элементы немножко гуляют. Вот здесь уже получше, но с этой стороны вот я люблю эти моменты просматривать, и все-таки есть на что пожаловаться. Но опять-таки это сильные придирки с моей стороны, я их так называю, очень сильные. Так, откидной центральный подлокотник имеется, как видите, вот подстаканники, два входа USB для зарядки, воздуховоды. Кожа не скользит, сильно не потеешь, и не особо холодно будет зимой однозначно. Также здесь у нас подсветка, точное освещение, ночью особенно классно смотрится. Ну, прям лучше новой тачки нет. Запах новой тачки, он с ума сводит. Подогрев сиденья одна ступенька, алюминиевые накладки. Уже все собрано, четко, аккуратно. Каждый стежок, элементы вот эти, вау. Просто прям такуми, наверное, собирали. К сожалению, не такую. По навесному оборудованию вообще сюда не залезет даже лезвие. Подгонка деталей идеальная. Эти подкрылки тоже пластиковые, хорошие. Вот, что еще я хотел сказать. Здесь Made in Thailand Bridgestone по шинам в Таиланде. В данном случае диодное наполнение также задних фонарей. И вот такой у нас багажник. Так, багажник. Открывайся, багажник. Не хочешь открываться, багажник. Скорее всего, да, там нужно с салона открыть его. Диодная подсветка номерных знаков, камера заднего вида. Нет, вот же багажник. Да, я говорю с салона. Вот здесь кнопка. И, соответственно, здесь у нас замок сам. Тоже не пожалели, как видите. По материалам все четко собрано. Для крепления сетки Starline сигналка разработана для Toyota, даже пишется, представляете себе, это круто. Здесь есть все, можно управлять как угодно. Умный климат-контроль, умная цифровая интеграция, расширенный диапазон температуры, гибкие настройки и сценарии, умная диагностика, умная авторизация по Bluetooth Smart, умный диалог, рекордная энергоэкономичность, умный 3D-контроль, защита от радиопомех, невидимая блокировка, авторизация по пин-коду, Super Slave и умный бесключевой обход. Вау! Что могу сказать? Суперская система? Наверное, где-то будет работать. Здесь у нас что? Дико интересно. Давайте посмотрим вместе с вами. Так, что ж ты не хочешь открываться? Вот. Ну, да, вот все так упало. Технично все ушло. Запаска, домкрат, инструменты. Здесь некий такой органайзер. Подсветка, динамики аудиосистемы. Ну вот, в принципе, и все, что предлагает. ЛКП достаточно крепкая, мощная, солидная. Вопросов никаких не возникает. Ну, относительно, конечно, других японских автомобилей. Подвеска. Слушай, в общем и целом, достойный автомобиль, гармоничный. Как ни крути, но вложения, эти ваши вложения, они явно окупятся спустя годы. Вы делаете правильный выбор, когда приобретаете столь прекрасный автомобиль. Особенно со светлым салоном, это что-то невероятное. Я даже не думал, что вживую настолько ты получишь максимум удовольствия. На этом я завершаю этот обзор. Я надеюсь, вам понравилось, вы что-то для себя новое почерпнули. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения. Пока!